Добрый день, друзья! И снова радостные новости. Мы все больше говорили про аутизм, но при этом мы брали детей из ДЦП с другими тяжелыми недугами, чтобы попробовать, получится ли что-нибудь, получится ли нам каким-то образом повлиять и помочь. Ведь кармическая история, она не определяет заболевание. Заболевание на самом деле вообще не имеет значения, как оно проявлено снаружи. Важно, что у человека внутри. Да? И вот 20 апреля мы работали с Анечкой. С Анечкой я прочитаю диагноз, к которому обратилась мама. Диагноз ДЦП и аутизм. Анюта плохо ходит, не говорит совсем, не откликается на имя, не смотрит в глаза, нету осознанности, нету я. Плохо спит, избирательно в пище, не кушает овощи, фрукты. Она выходила в норму, хотя родилась раньше срока, на 30-й неделе. Но в 1,6 года поставили прививку, и все, ребенок перестал говорить, ходить. Стала смотреть в одну точку и только ездить в коляске. Писается в штанишки по сегодняшний день. И так это было 20 апреля. Фу! Движение началось 24 апреля. В 7 утра, когда Анюта проснулась и попросила воду. После этого она начала пить, потом пошел чай с имбирем, потом она начала кушать, потом Анюта начала очень быстро развиваться. 26 апреля уже чувство уверенности в том, что ребенок пошел в развитие, у мамы было все больше и больше. Она стала хорошо кушать, сидит на корточках, пыхтит, сама собирает игрушки. У нее появился осознанный взгляд, у нее появилось сознание. Душа включилась в работу, да? Душа вернулась и начала играть. Следующие результаты описаны 27 апреля. Ура, победа! Аня подала игрушку, Аня стала отзываться на имя. У Ани появилась я, представляете? Неделя, и оно проявилось. 18 мая. Анюта молодец, стала бегать, много говорит на своем, очень много. У Анюты вообще не было речи. Анюте 4 годика и 3 месяца было на момент обращения. И речевой аппарат не был развит совсем. Да? И врачи могут сказать, ну не был и все. Нет, господа, не все. Анюта стала кушать огурцы, вчера первый раз ела морковь, стала настойчива, если надо чего-то, она дергает, ведет к месту интереса. Появился стим, открывает-закрывает дверь. Но мне это нравится, и я знаю, что это пройдет. Мама вообще мама молодец, мама очень много любви вкладывает в ребенка. 23 мая Анюта стала очень живая. Она начала бегать, она начала ходить с пятки на носочек, с носка на пятку. Она начала повторять, выполнять просьбы, научилась подпрыгивать сама. Представляете? Ребенок с ДЦП научился сам подпрыгивать. Мама плакала от радости, точно так же, как и мы, слушайте. Это было 23 мая. Третьего июня добавились новые два слова «дым-баба». Стала петь песенки, стала просить ням-ням. Пока только просит, да? Фу, и сегодня пришло новое видео. Анюта, которая ездила в коляске, она ходит по шатающимся доскам. Господа, сегодня какое? Сегодня 7 июня. Анюта возвращается к жизни. Она будет классным, успешным человечком, живым человечком и осознанным. Вот умничка. Ты моя умняшечка. Вот так, раз, два. Ой, какая молодец. Анечка, солнышко мое. Раз, два.